Как из обычной San Andreas сделать ремастер или даже лучше. Закидываем крутую графику, и визуальная игра становится в разы лучше. Новые эффекты, объемные облака, освещение, и вообще будто это уже не San Andreas, если бы не окружение плохого качества, кстати, которое сейчас мы исправим. Берем растительность из GTA 5 и вставляем ее в San Andreas. Вы только посмотрите на все эти деревья. Меняем текстуры на более качественные. Делаем CJ более качественным, теперь у него будут даже отдельные пальцы. Также меняем NPC на более качественных. Меняем весь интерфейс, HUD, карту и другие элементы на супер качественные. Ставлю пушки невероятного качества. Прокачиваю стрельбу, чтобы можно было комфортно играть. Делаю трафик умным, чтобы не было аварий. Ставлю мод на убавление громкости радио. Мод на способность пользоваться лестницами. Еще меняю окружение и карту. Ставлю реальные аналоги авто вместо стандартного транспорта. И давайте сравним то, что у нас получилось с Definitive Edition. Как по мне, с модами визуально смотрится гораздо лучше. Полное видео, кстати, есть на канале. А сейчас я расскажу...